теме муниципального форума мы еще вернемся, а пока к другим новостям. Во Всемирный день охраны труда в Мурманске состоялась 5-я международная конференция «Арктика. Территория безопасного труда». Профильные спикеры со всей страны и зарубежья обсудили вопросы гендерных различий и дискриминации женщины в профессии. Модератором конференции выступил министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев. Вот мы, в частности, говорим о том, что женский труд и вообще вот его оценка современным обществом, состояние, насколько живы те стереотипы, которые там, начиная с 19-20 века, да, сформировались, вот насколько они живучи до сих пор, действительно ли существует дискриминация в оценке труда с точки зрения женщин и мужчин, и вообще что сделать для того, чтобы вот эти все негативные аспекты убрать и оценивать человека прежде всего за его профессионализм и человеческие качества,